Здравствуйте. Хочу вам представить изюминку своего сада. Это сорт вишни, значит, дюк. Вывела его Тараненко, очень известный селекционер. Значит, это чудо-вишня. Вот гибрид черешни и вишни. Значит, сорт отличается, значит, очень большой схожестью с черешней. У нее очень крупные листья, обратите внимание, вот такие. Вот. Очень большие урожаи. Вот смотрите, ветки все завалены. Вот такой вот крупный. Очень хороший, видите, смотрите, все веточки снизу показываю специально. Вот такие вот огромные у нее урожаи. Вкусовые качества у этой вишни исключительно хорошие. У нее повышенная сахаристость. Смотрите, как все это красиво выглядит. Размер ягоды просто вдохновляет. Значит, ну так скажем, для сравнения, для обыкновенного, да? Вот я продемонстрирую 5-рублевую монеточку. Вот обратите внимание, вот размер 5-рублевой монеточки соответствует примерно ягоде, да? Но если так, значит, сравнивать с какими-нибудь там другими черешнями, но однозначно по размеру в один ряд становится она где-то с турецкой черешней. Вот смотрите, все веточки просто завалены такой красивой. Поднимаю их, вот специально для вам демонстрирую. Урожай очень тяжелый, вот он ветку просто гнет до самого низа. Ну давайте пройдемтесь по кругу, посмотрим всю эту красоту. Вкусовые качества этого сорта на высоте. Реально, вот она, у нее повышенная сладость, вот, в отличие от обыкновенной вишни. Вот, значит, ну, не оторваться, можно съесть неограниченное количество. Знаете, есть люди, которые садятся и за ведро съедают ящик черешни. Вот по вишне, можно сказать, по этой то же самое. Можно сесть и скушать ящик вот такой замечательной вишни, не останавливаясь. Вот везде вот такая вот крупная черешня. Она не мельчает. Вот, показываю. Вот смотрите, веточки просто наклонены от урожая. Сама вишенка небольшая. Она молодая, еще несколько лет всего плодоносит. Вот. И прямо раз под урожаем и лягла, видите? Так что советую. Значит, кто желает приобрести очень хорошую вишню, очень хорошего сорта, обратите внимание на чудо-вишню. Будете очень довольны и вкусовыми качествами, и урожаем, и, значит, размером этой ягоды. Все, спасибо.